Мы ежегодно проводим конкурс «Лучший город, область, район для бизнеса Беларуси». И в этих рамках мы поощряем и самые лучшие средства массовой информации. Такие есть и в Витебске, и в Витебской области. По ряду обстоятельств они не смогли поучаствовать в ратуше Минска во время церемонии награждения. Мне предстоит приятная миссия сегодня вручить дипломы, награды победителям этого конкурса. Очень приятно получить эту награду. На страницах областной газеты «Витебские вести» действительно тема развития предпринимательства занимает очень значимое место. Но хотелось бы поблагодарить непосредственно самих предпринимателей и ассоциацию нанимателей предпринимателей за огромное количество информационных поводов для наших статей. Позвольте мне вручить этот диплом как признание белорусского бизнеса Витебскому городскому порталу «Город Витебск Бай» победителю в номинации «Лучшее освещение темы предпринимательства в региональных СМИ». Это очень весомая награда. Ее в республике получают немногие. И это признание заслуг вашего коллектива за то, что вы делаете для предпринимательства и идете правильным пути по освещению проблем экономики. Конечно, мы испытываем гордость, что наш портал «Город Витебск.Бай» оценили на республиканском уровне. И также очень приятно, что одним из критерий оценки было то, что именно сами предприниматели, бизнес, сообщество оценивали те ресурсы, которые для них важны, которые носят ту важную информацию касательно бизнеса. И поэтому нам вдвойне это приятно. И хотелось бы отметить, что городской портал делает комплексные предложения. Он также освещает все события, информацию, что касается бизнеса. Также предлагает комплексные решения по тому, чтобы бизнес развивался и привлекал новых клиентов. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.